Жители коттеджного поселка Юдинские дачи в селе Юдино обратились с просьбой рассмотреть возможность вступления в программу социальной газификации, сообщила председатель Совета депутатов Одинцовского округа, член фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова. Профильным ведомством уже проведена необходимая подготовительная работа, найдены правовые основания. Мособлгаз включил поселок в программу в третьем квартале 2022 года.